Всем привет! Это канал «Спасибо деду, перееду». И это короткое видео про нашу поездку в город Идер-Оберштайн. Город Идер-Оберштайн – это небольшой городок, который расположен в горах Хунсрюк в земле Райнланд-Пфальц. Расположенный на берегу реки Наэ, две соседние деревни Идер и Оберштайн дали название будущему городу. В этих двух деревнях на протяжении тысячелетий добывали агат. Уже в конце 1400-х годов механизированные горные работы по добыче агата, яшмы и кварца создали рабочие места для огранщиков драгоценных камней и резчиков по камню, которые стекались в этот регион. На данный момент в городе проживают чуть больше 30 тысяч человек. И помимо двух деревень в состав города вошли и другие поселения. Мы ездили в этот город к нашим бывшим соседям, которые в один день вместе с нами прибыли из Фридланда в Бонн и жили через стенку от нас в нашем хайме. Напомним, что добирались мы, как обычно, на поездах по нашему Deutschland Ticket за 49 евро в месяц. Добирались мы из Бонна до города Идер-Оберштайн приблизительно 3 часа с двумя пересадками. Наверное, самым главным символом этого города по праву можно считать церковь Фельзенкирхе. Это церковь, которая находится прямо внутри скалы. На вершину скалы вы можете подняться по пешеходной дорожке, где вам откроется потрясающий вид на город Идер-Оберштайн. Неподалеку от смотровой площадки на скале вы можете увидеть крепость Оберштайн и замок Оберштайн. Идер-Оберштайн привлекает своими уютными, чистыми и аккуратными улочками, которые показывают вам настоящую старинную Германию. Все в городе связано с камнями. Сувенирные лавки с баснословными ценами, скульптуры, памятники на улицах, элементы декора. В городе также находится большой немецкий музей минералов, который вы можете посетить при желании. Наша поездка была довольно спонтанной и короткой. Погуляли мы по городу, честно говоря, часа 3 от силы. Но вы можете хотя бы чуть-чуть уже познакомиться с таким красивым и приятным городом, как Идер-Оберштайн.